один матч, один трофей. И это Суперкубок Ульяновской области по мини-футболу. Чтобы получить право сыграть в этом поединке, надо пройти большой путь. Одним выиграть Суперлигу открытого чемпионата Ульяновска, другим победить в чемпионате всей Ульяновской области. Ну, это и популяризация мини-футбола, потому что у нас вообще в стране вот не очень развит, как в остальных мирах, хотя мы и серебряный призер чемпионата Европы. Но все равно популяризация для юных, для уже постарше ребят. ПСК Марата Залалдинова в прошлом сезоне выиграл чемпионат Ульяновска. И в матче за Суперкубок ему противостоял чемпион области – команда Ульяновского педагогического университета. Своеобразная сборная городской суперлиги. Тут тебе и Кирилл Дубов из «Спартака», и Роберт Узинов с Иваном Астафьевым из «Олимпа», и братья Ахметшины из «Платона», а также Никита Ятнюков из «Кристалла». Для нас, для всех этот трофей очень значимый, потому что мы защищаем честь любимого университета. И принести этот кубок в университет для всех очень важно было. Пропущенный гол в начале встречи будущих педагогов не смутил. Еще в первом тайме они не только отыгрались, но и вышли вперед. Особенно красивым получился гол Сергея Ахметшина. Получив мяч недалеко от ворот соперника, он пробил точно верхний угол ворот. 2-1 к перерыву в пользу педуниверситета. Смотрите, просто вдвоем делайте рывок во вратарскую. У них гонял находится вот здесь. Это вратарь. Он сюда не добежит и руками играть не может. Мара, берешь мяч и бросаешь пласер сильный просто в створ ворот. Тренерские установки в перерыве матча ПСК не помогли. К середине второго тайма подопечные Дмитрия Николаева пропустили еще дважды. В составе соперников точными ударами отметились Федор Обидов и Иван Астафьев. И этого преимущества сборной педуниверситета хватило, чтобы довести матч до победы. Хотя соперник последние минуты отчаянно и сопротивлялся. И успел даже сократить счет до минимума – 4-3 в пользу сборной педуниверситета. В любом случае, в себя я верил всегда и даже думал, что не один даже забил. Вот. Игра сложилась, но мы хотели, мы выиграли, мы победили. Мы, наверное, больше хотели, чем они. Лучшими игроками матча стали Денис Мерте из ПСК, это он забил третий мяч в ворота соперников, и голкипер педагогов Дмитрий Черняев, не позволивший сопернику сравнять счет. Ну а почетный трофей Суперкубок Ульяновской области на год отправляется в педуниверситет. Михаил Сашанский, Полправда ТВ.